И снова здравствуйте. Сегодня мы затронем тему выбора газового котла по мощности. Существует два варианта. Первый вариант по строительным СНИПам. В них указано, что на 1 кВт мощности приходится 10 квадратных метров отапливаемой площади. К примеру, 24-кВт котел может отопить 240 квадратных метров. Второй вариант по заданной формуле. Этот вариант считается более точным. Исходя из этой формулы, N – минимальная мощность котла, S – отапливаемая площадь, K – коэффициент запаса. Коэффициент запаса берется от единицы до двойки. Для дома площадью 100 квадратов у нас получается вот такой вот расчет. Здесь мы видим мощность котла с запасом, для того, чтобы котел не работал на пределе своих возможностей. Выбор значения коэффициента запаса зависит от теплопотерь вашего помещения. Если все хорошо утеплено, K равняется 1. Если ваш дом имеет большие потери тепла, K будет не ниже 2. Еще один момент. Не стоит забывать о количестве теплоносителя. Сейчас на экране вы видите максимальный объем системы отопления для определенной мощности котла. При превышении данного значения оборудование не будет справляться с прогревом всей системы. А также не стоит забывать о дополнительном запасе мощности при использовании прочих потребителей тепла, таких как бойлер косвенного нагрева, теплообменник для бассейна, ну и так далее. Я надеюсь, данная информация была вам полезна. На этом все. Всем спасибо. До свидания. Не забываем ставить классы, слушать хорошую музыку и делать репосты.